Она способна сделать любую женщину неповторимой. Историю одной шляпки представили в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Изящные, необычные, более 100 женских головных уборов разных стилей и эпох представили мастера ручной работы со всей Беларуси. Мы захотели внести в город Гомель немножечко вот этой вот новизны. Шляпки видоизменились. Они уже стали кепочками, бейсболочками, какими-то беретиками, да. Но иногда еще можно одеть клош, потому что клош все-таки можно одеть и под пуховичок. Поэтому я бы очень хотела, чтобы на улицах города наши женщины были в шляпках. Это так красиво. На выставке запланированы дефиле и мастер-классы по изготовлению головных уборов. Гости могут принять участие в конкурсе «Самая креативная шляпка».